В 2016 году концерн «Grundfos» представляет рынку совершенно новый продукт – автоматическую насосную установку для водоснабжения частных домов «Скала-2». Установка включает в себя самовсасывающий насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, датчик давления, панель управления с индикацией ошибок, мембранный напорный бак на 650 мл. Обратные клапаны на входе и выходе из установки. Установка полностью готова к запуску и эксплуатации. Никаких дополнительных комплектующих не требуется. Жители загородных домов сталкиваются с проблемой непостоянного или низкого напора воды. Помимо существенного дискомфорта, это способно негативно повлиять на работу бытовой техники. Как «Скала-2» решает эту проблему? Рассмотрим на конкретном примере. Существует несколько причин возникновения проблем с напором воды. Если мы говорим о центральном водоснабжении, что, например, характерно при строительстве небольших коттеджных поселков, то работу системы обеспечивает насосная станция. В этом случае напор воды в конкретном доме зависит от его удаленности от станции, количества одновременно подключенных потребителей и, разумеется, установленного насосного оборудования на станции. Когда речь идет об автономной системе водоснабжения, то здесь свое влияние также оказывает количество точек водоразбора и тип установленного оборудования. Сейчас мы посетим загородный дом одного из клиентов. Хозяйка дома обратилась к нам за помощью. С некоторых пор она заметила перебои в системе водоснабжения. Какие исходные данные мы имеем? Общая площадь дома 300 квадратных метров. Здесь 8 точек водоразбора, 2 санузла, кухня с посудомоечной машиной и постирочная. Кроме того, недавно на участке была установлена система автополива, после чего и начались проблемы с напором. Давайте посмотрим, что же внутри. В системе водоснабжения на этом объекте установлена насосная станция МКУ компании «Grundfos». Это очень качественное и популярное оборудование. Сейчас водопотребление увеличилось, и поэтому требуется более мощное решение. Оборудование «Grundfos» отличается высоким качеством, производительностью, энергоэффективностью и серьезной сервисной поддержкой. Поэтому я не стану изменять себе и выберу именно его. На сей раз я установлю насосную станцию «Скала-2», которая отличается от предшественников, наличием встроенного преобразователя частоты. Именно это решение позволяет поддерживать постоянное давление при переменном расходе. Датчик давления отслеживает значение давления на выходе из установки. В случае, если требуемое давление отличается от текущего, подается сигнал на частотный преобразователь, чтобы изменить скорость вращения электродвигателя и адаптировать уровень производительности к новому состоянию. То есть, когда открывают кран, насос разгоняется до заданной величины давления, а когда закрывают, замедляется. Таким образом, давление в системе остается постоянным вне зависимости от количества работающих точек водоразбора, а двигатель не работает на полной мощности постоянно. Все это дополнительно способствует сохранению электроэнергии. Еще большую экономию обеспечивает двигатель на постоянных магнитах, обладающий высоким электрическим КПД, благодаря которому максимальное энергопотребление «Скала-2» не превышает 550 Вт. Преимуществами «Скала-2» являются: первое – поддержание постоянного давления при переменном расходе. Второе – впечатляющие технические характеристики. Расход до 3,9 кубических метров в час. Напор от 15 до 45 метров. Низкое энергопотребление от 300 до 550 Вт. Комплектная установка «Скала-2» может работать напрямую от магистрального водопровода или забирать воду с глубины до 8 метров из скважины колодцев, водоемов и накопительных емкостей. Третье. Защита от утечек. Четвертое. Функция защиты от сухого хода с автозапуском. Пятое. Низкий уровень шума, не превышающий 47 дБ. Шестое. Сокращение затрат на электроэнергию в 1,5 раза. Седьмое. Легкий и быстрый монтаж. Восьмое. Полностью комплектная установка.
Кроме того, «Скала-2» оснащена индикатором работы насоса Grundfos i и световыми указателями ошибок, которые расположены на панели управления. Благодаря этому определить причину остановки работы насоса не составит труда. Также установка «Скала-2» входит в перечень оборудования, на которое распространяется действие программы «Сервис за 24 часа». Поэтому в случае, если вдруг поломка потребует вмешательства специалиста, владелец может обратиться по телефону горячей линии, и неполадки будут устранены в течение 24 часов. Эта услуга доступна как во время гарантийного, так и постгарантийного периода. «Скала-2» – комфортно, тихо, компактно. «Grundfos» – насосное оборудование номер один в мире.